Ми сьогодні перший день гуляли за стільки днів. Ай-яй-яй. А тепер дивіться, що у нас такое. Дивіться, на стірку поставила, поки тихо. Ай-яй-яй, власну ділянку. Ось оце, бачите що? Оце кран 15 тонн. 15 тонн написано, і він коли поворачується, ці 15 тонн, просто отак. Вау! Їде машина грузова, заїжджає і, як його, зеркало, погано, що зеркало, дуже погано видно. Темно, да? Да, темно, ну, тут воно, це не... ага, зараз, ми зараз далі там покажемо, ага, там буде, ага, у них світло етат. Ага. З'їжджає дощ, тут глина, вона з'їжджає, мені вибиває... Сіль уже? Сільові потоки починаються? Ні-ні-ні, виходить, там глина. Машина можна на русском языке, да? Да, ага. Там, виходить, машина їде, глина скользка, лівень йде, грузовая заїжджає, я не бачила, бо лівень йшов, що вони везли, я не знаю. Водителі просто отак всі мимо нас, ми можемо ручкою помахати, тому що у них нет розстояння ніякого. Вот эти зеркала, что на машине заднего вида, они просто вот так по забору практически где-то подшкрябываются, да, под это. И она вот тут соскользнула, они бах, выбили из забора. Я дождь заканчивается, думаю, что это такое с забором? Смотри, уже фанеру набили, потоптали, а оно что тут, вот эта глина, оно все. А скажите, вот вы спохватились когда? Мы спохватились, а когда уже стали, мы понимали, что тут будет высотка. Потому что я аж полезла, посмотрела. Смотрю, что мало архитектурно забудова. Я уже, я ж не спец, я полезла, читаю, что ну до 9 метров, 9, там 3 этажа. Мужу говорю, четко ты видишь, что фундамент небольшой. Он говорит, да. Я говорю, точно высотку не поставить? Он говорит, ну точно. Вот тут фундамент небольшой был. Поэтому мы сидели и как-то, ну, краник небольшой работал, который на машине был такой, как стационар. Ну, не знаю, как вот. Ну, когда уже Ивановец вот... типа, да? Да, в начале. А теперь пошлите, вам еще покажу. И когда уже начало расти, мы уже начали спрашивать, а что это такое будет? И они говорят, кран. Я говорю, как кран? Я говорю, куда же кран? Вы уже достроили 3 этажа. Еще муж говорит, я говорю, они же ночью работают, в воскресенье работают, в субботу работают. А муж говорит, ну надо, чтобы они же до дождя 3 этаж накрыли. Я говорю, я тебе больше верить никогда не буду. Представляете? Да, то есть муж не волнений никаких не было. Вот он говорит, никому в голову не приходило, что можно вот так нагло это все делать. Они сначала маленький кран, потом побольше, а потом еще больше. А потом, когда вот этот притащили, мы уже поняли, какие 3 этажа. А этот был? А я еще спрашиваю. А как был маленький домик с такого кирпича? Он говорит, ну обошьют, наверное. Я думала, красивое что-то с красненького кирпичика будет. Я говорю, какие-то заедут люди. А когда было выделение земли, вот они приходили, ну когда вы это все... К нам, например, никогда в жизни... Ничего, то есть вы тут жили спокойно, ничего не... Нет, ничего. Абсолютно тишина. Мы когда они только начинали, мы пытались с рабочими... Ребята, а что у вас тут будет? А что вы тут это? А они нам говорят... А это уже было давно здесь, ну такое это помещение, давно. Да, это как бы да, оно, да. Ага. А теперь вот смотрите, что здесь. Ну да, и когда всё. Мы уже увидели, что тут уже фундамент, вот тот, который вначале прикрыли, не видно, сколько осталось до того забора. Там до забора нету даже метра, до вот кирпичного забора, там боком проходят рабочие. Значит, будут сдвигать, если вот. Достроят. Куда? Ну, сдвигать в смысле за счет, конечно, конечно. Представляете, ну вот это, и когда вот это пошла бур, вот этот пошел, и мы уже, я же пока заявку туда, 1551, в урядовую горячую линию, а вы же знаете, они в течение месяца, я говорю, слушайте, они за месяц тут такое набабахают, что я знать не буду. И все так совпало, что они мне читают ответ, я говорю, что ж вы мне не прислали его? Ну, мы сейчас сделаем заявку и пришлем. Я говорю, вы что? И тут же еще соседи начали подходить. Говорит, да, там кирпича навалено, готовятся следующие этажи. Экран, судя по всему, что тут
Дай Боже, чтоб 9 ложилось. Сваи, а тот дом на 9? На 9. Тот дом на 9-этажный? Ну все, это для симметрии сваи, надо. Сваи, вот видите, уже пошли. И они когда начали вот это все бурить, у нас пошел там асфальт трещины. Правильно, тут же нельзя. Где? Строить. Вот-вот, да, пошли. Тут и же вот это сели. Соседи вот уже сказали, что у них они не открыли двери позавчера. Видите, трещина под балконом? Да. И приходили оттуда и говорят, ребята, а у нас еще, говорит, и двери, говорит, начали проседать. Заклинивали. Где? Вот в этом здесь, фирме, на этой фирме, да. Представляете, какая у нас сейсмическая обстановка в наших киевских землях, что... То есть они хотят, ну, здесь, вот конечно, тоже вот налеплено, но то такое. Да, то... Они начали бурлить, ну, вернее, сверлить, что-то там бурить. А вот и нарвались на какую-то воду. Они начали кричать: у вас тут трубы. Мы говорим: какие трубы? У нас трубы по проулку идут. Муж висит на заборе. Говорит: вы что? А потом хоп, какое-то время все притихло, вода ушла. И мы все так говорим: слушайте, да какие же трубы? Это же что-то, на что-то нарвались они. Вода сейчас дырочку найдет, пойдет дальше, а мы тут будем думать, надолго ли. Ну и как останавливали стройку? Своими силами. Висели на кране, да. Поднимали народ? Поднимали. Ну вот мы поднялись, по крайней мере, хотя бы те, которые все вот здесь живем. И пока своими силами, как можем, бросаются на нас, провоцируют абсолютно все время. Все время. Особенно приходит их главный инженер, как бы инженер, наглядовый якийсь инженер. Он нам показывал эту, не нам, а милицию, силу. Да, угу. Показывал. В это время дули тыкал нам. У нас были просто квадратные глаза, потому что, ну, так как человек себя вел, из всех самый наглый, самый такой прямо... Когда мы спросили, кто вы, и хоть представьтесь, вы же сюда туда ходите, а он говорит: а конь в пальто. Ну, понятно. Так, ну, вот. Так коню надо пастбище найти, да и да. Все дела. Ну, это вот он стройку и вынашел себя, в чем это здесь. Да, значит, смотрите, а это... Ну, а какие действия дальше? Вот что на данном этапе? Значит, остановлена стройка? Пока остановлена, и мы ждем. Мы ждем, я хочу, чтобы кто-то по технике безопасности мне четко показал или объяснил, что это правильно стоит. Чтобы мне четко показали, как здесь будет пожарная проезжать. Ну, вот все, что нашего как бы проживания с таким соседством, чтобы тоже как-то это все учитывалось. И все документы, очень важны документы. А работконтроль, заявы были с вашей стороны? Делали, да. Есть, да. Ну, вы же знаете, же как все работают. Да. Сейчас да. Тишина, и никто особо... Угу, угу, угу. А документов по подводным водам никого не требует? Не требовалось. Этот участок пытались, ну, насколько я понимаю, наверное, вот и уже слышала, говорит, что хотели их продать. И вот кто умный приходил и делал исследование грунта, они его не покупили. Вот он и не продался никогда. Вот поэтому эти документы надо искать. Да. Угу. Так, эта фирма тоже принимает участие в остановке? Принимает. Как-то помогает? Да. Здесь журналисты. Mm-hmm. Здесь повышение квалификации идет, и многие журналисты отсюда выходили. Mm-hmm. Поэтому они и расследование там какое-то пытались журналистка, ну, сделали. Uh-huh. Мы читали вот статью, если вы читали, тоже. Mm-hmm. Да. Это, да. Это вот это их работа, да. Uh-huh. А мальчик приходит, тоже контролирует, там тоже съемки ведет и говорит: я туда-то, говорит, запросы поделал. Mm-hmm. Ну вот все ждем, и как-то так, вы знаете, начинает очень быть обидно. Что когда мы ждем... Уже кто-то из застройщиков идет, да? Где? Ну, вон. Нет, это охранник. Нет. Это охранник. Это обход идет. Вот у них там дорожка осталась такая, чтобы только пройти. Угу. И что они говорят, что здесь будет, что здесь планируется? Ну, нам ничего не говорили. Ничего. Мы всю информацию, которую мы имеем, мы только знаем с интернета. Вот когда мы увидели, он мне позвонила кума, говорит: я посмотрела, что у вас там семиэтажное здание. Я говорю: как семиэтажное здание? Я говорю: там фундамент совсем.
Ну, это наше доверие, наше... Можно мне сказать? Вот я только сегодня говорила вот по поводу того, что у нас хотели там застраивать возле нашего дома и все такое. То есть есть возможность взять мэра Колчко за барки, да. И чтобы он показал план, у него 100% есть план, что будет, что они планируют, это 100%. То есть, когда у нас останавливали, это было при Амельченко, и Амельченко, в конце концов, когда пришли к нему с подписями, 3000 подписей жильцов за припинення того, що вони там хочуть, і сказали, що у вас ну, на носу вибори, а зараз теж Кличко на вибори, і ви лишите з 3000 голосів виборців. Він нажав на якусь карту інтерактивну, там все буквально висвітилось, все, що хотіли зробити на нашій території. Значить, ваша територія 100% теж там. Ну, да. Тому от це ви теж можете зробити. Собрати підписи і зараз прямо йти к меру і пусть он показывает, что здесь планируется. Это 100% есть информация. Ну, если Бродский, тут же депутат же уже задеян. Тут и прямая дорога, все может показать. Ну ладно, сейчас еще пообщаемся.